Добрый день. Угадайте, где мы сегодня? Нет, не на море. Мы сегодня в шикарном волшебном месте. Оп. Класс. Все время хотела сюда попасть, посмотреть. Пойдемте теперь все вместе посмотрим. Вот в такой замок. Мы сегодня в Нальчике. Пойдем посмотрим красоту. Как раз только экскурсия ушла, на улице дождь. Ну, нам, конечно, как обычно, ничего не помешает. Там вот у них птицы, павлины. И еще какие-то, не знаю, названия, знаю только павлинов. Сейчас посмотрим красоту. Мы здесь первый раз. Ну, по фотографиям шикарно, конечно, выглядит обалденно. Решили сначала поснимать для вас видео, а потом сделать красивые фоточки. Вот только дождь все портит. Смотрите, какая волшебная обстановка здесь. И цвет воды такой шикарный. Класс, да, там скользко, лишь бы не упасть. Смотрите, какая красота. Я когда первый раз увидела, думала, это фотошоп. Вода такая. Ивы какие. Просто класс. Большая такая территория. Вес на территории стоит 50 рублей. А там еще можно экскурсию. Ну, я не знаю, там смотрели, там старые цены. Были 500 рублей там экскурсия с дегустацией вина. Вообще. Как классно. Сейчас еще с этой стороны обойдем. Посмотрим. И это все не фотошоп. Шикарно. Как я смотрю? Класс. Вообще шикарно. Еще такого красивого бального платья не хватало для фотографии. Пойдемте еще дальше посмотрим. Такой вот огромный пруд. Класс. Там вот мостик. И вот мы на нем, наверное, сделаем фоточки. Пока никого не будет. Сейчас как раз все разойдутся. Несмотря на непогоду, люди все равно. Все, он гуляет с зонтиками. Суббота, да, выходной. Смотрите, как красиво. Офигенно. Мы сейчас везде обойдем, везде посмотрим. Мы первый раз хотим все посмотреть. О, мост такой. Класс. И вода такого цвета. Волшебное такое место. Вообще классно. А вот здесь еще спуск к воде, здесь вот классные, наверное, фоточки будут. Там еще дальше можно прогуляться. Смотрите, какой вид обалденный. Все, надо бежать за платьем. А ну, по это, вот здесь вот подержи, а я спущусь.